Хей, йоу, гайз, с вами Шимки, и мы продолжаем проходить игру под названием Donut Sundry, либо дырка от бублика. Как мило, что ты... как мило, что вы так любите друг друга. Ночи дни для любви они. О, да. Фу, отстой. Сам-то отстой. Нет, я не отстой. Ты любишь мусор? Ты тоже любишь хлам? Все вы тут любите хлам. Если нет, то почему подняли из-за него такой шум? То есть их дома для тебя просто хлам? Ну, не говоря так о моем трейлере. Да, не связывайся с перцем. Да. А что стряслось с твоим трейлером, перец? Ну, после ссоры с Солем я поехала в парк Джоша 3. Хотелось тишины, покоя. Ноутбук с собой взяла. Так, посмотри кое-что. Видя птицы. Джошуа 3. 3-3-3. Левая кнопка мыши создать дерево. Окей, мы создали дерево. О. То есть... А, хотя, ладно. Так, у меня мухи начинают бесить. Меня кидают угли, я поджигаю деревья. Так, чувствую, сейчас я буду муху убивать. А, еще цветок не сел. А, стоп, а что еще не забрал? Все. Шар не залазит. О, все, теперь я могу все съесть. Отличная дословка. Скоро мы получим горокоптер свой. Юка. Старое уродливое дерево. Не хватает только рыси. Зыркающий с вершины. Ноутбук. Придуман, чтобы проникнуть на его чашку, пролить на него чашку и громко вскрикнуть. Кастрюля. Очень сильно нагревается, чтобы защитить еду внутри. Гриль. Антипод холодильника. Угли горячие. Батарейка для барбекю. Пустынный кустарник. Огрубевшая трава. Гигантский камин. Какая же правильная форма бывает порой у таких крупных валунов. Круглый камень. Пришельцы просто издеваются. Раскладной стул. Складывается, когда это совсем не ждешь. Обломку окулели. Верхняя часть. Мышиная гитара. Тут написано «братья». А, типа «братья навсегда». Трейлер перца. Мусорный бак, который можно прицепить к машине. Грузовик перца. Мусорный бак, который можно водить. Там еще колб какой-то сидит здесь. Кот сидит, ящерица. Есть вопросик. Не пришло в голову спасти деревья, или совсем уж увлеклась видосами с птицами? Ну, я... Этим деревьям сотни лет. Они древние. Но... Вас с братом при бабахе, чувак, просто признай это.
Нет, я в этот момент уже не смотрела на птиц, ясно? Так, а что тогда ты делала, перец? Писала письмо. Птице? Нет. Остряк ты мусорный. Брату Солю. Ты серьезно? Да, хотела извиниться и... Не стоило разбивать твою... гелевую лампу. И сжирать эту гель. Тут я был неправ. Перчик. Да все окей, чувак. Гель это ведь самое вкусное. Итак, я помирил рассорившихся братьев. Помог должностному лицу разобраться со змеями. Подарил ребенку радость полета. Да и герой. Вот ты, эй, волосатик. Чего? Кем работаешь? Взрывчатку продаю. Ого, круто. Ну, в смысле, это как-то стрёмно, чувак. Разве обеспечивающая общественность не мечтала в хламе разнести твой киоск с пиротехникой? Ради безопасности? О, нет-нет, у меня совершенно чистый бизнес. Все разрешения, какие только есть, в Дон Санджи. Пиротехника вообще безопаснее езды за рулем. Так, левая кнопка, окейшки. Я должен их поджигать. Теперь я понял. Жрём птиц, чаек. Наконец-то. Нихера, мы ночь создали с помощью фейерверка. На секунду. Меня муха это бесит. Пляжный костер. Всем ли лениво его разводить? Береговой утес. Крутые обрывы. Это ловушки, подстроенные пришельцами. Пляжная кукуруза. Это початок присыпан вкусным белым веществом. Совсем другое дело. Попкорн. Весь в песчинках. Такой можно выбить только из чайки. Особо ценный трофей. Книга желтая. Нет, читать меня не заставят. Ни за что и никогда. Чайка. У 99% морских чаек преступное прошлое. И настоящее. Петарда. Отличное средство удаления волос. Киоск с пиротехникой. Склад ароматизированных свечек. Корзинка для пикника. Распространенная разновидность сундука с сокровищами. Напиток на высоте... напиток на вынос. И правда, зачем пить сразу? Подождем, пусть и выдохнется. Контейнер для еды. Чаки обожают картошку фри. Это главное блюдо их национальной кухни. Кабриолет ломтика. У ломтика машина лучше, чем у меня. Бабах! Я просто наводил порядок по соседству. Ну, еще у кого-то есть претензии? У меня. Правда, это больше к Мире. Ого-го-го. Пришел твой очередь, Мира. К
кока. Что ж, в мире много что известно, и думаю, это должны услышать все. Даже эти птичьи маньяки? Да, рассказывай. Я знала, что еноты делают дыры. Знала все это время. Гекопарк. Монета мета. Аэробика. А, сколько нужно змей, чтобы тебя одолеть? Больших, ядовитых? Обычных. Но бой в тесной комнате. Окей. Может, 1000? Ха. Ок, жди посылки. Что там с пропавшими? Еще не занималась? Нет. Соль трубку не берет уже несколько дней. А с Посумом говорила, он сказал, что кое-что знает. Посум поведал мне, что земля внутри пустая. И что она плоская. То и то сразу. Так вот. Мира, знаешь, как понахаехали эти еноты? Как народ их начал... Как... Блядь, подожди, тем хуёбно, он меня съебал. Как народ и начал пропадать? А ты работаешь в их пончиковой. Не знаю, ко мне енот относится супер. И с ВК, мои друзья. Я заказал пончик. Что? Интересно, стало, какие они на вкус. Мне пора. До связи. А, то есть я сейчас должен искать маленьких ящерок. Уже такие падают. Блин, ну их ловить надо. Тяжко, но он упал. Так, коробочку съедаем. Ящерица, ты не убежишь. Ты не убежишь, я сказал. Сразу музыка пропала. Так что я вообще из этого могу съесть? Колеса я не могу съесть. Доски. Ладно, сейчас будем все. О, все пошло. Он занимается оленей аэробикой. Ну, еще где-то уровня 2 нам, получается, 3 надо. Книга синяя. Возможно, тут доказательство существования пришельцев. Книга красная. Небось, книга какой-нибудь скукотени, вроде коллекционирования ложечек. Дом Кока. И как он помещается внутри? Прихватки Кока. Ладошкам будет в них тепло. Телефон Кока. Непрочитаемое сообщение. 999, 999, 999. Сушилка. Наказание одежды за то, что она намокла. Фигурка фламинго. Хорошая птичка. Искусственная птичка. Шезлонг. Кресло, решившее стать диваном. Вентилятор. Если говорить в него, голос будет звучать, как у пришельца. Радиоприемник Кока. Человеческое ухо способно различать свыше 100 песен.
разбрызгиватель. Можно поставить такой в доме для влажной уборки. Мусорный бак. Представление не нуждается. Золотой стандарт. Геккон. Каково оно, когда у тебя целыми днями липкие подошвы? Геккон мелкий. Если бы у меня были липкие подошвы, я ходил бы по потолку и орал. Геккон крупный. Да, мне нужны липкие ноги, и я этого непременно добьюсь. Ничто меня не остановит. Вибрафон Кока. Кока играет на нем каждый день, чтобы свести с ума соседей. Молоточек для вибрафона. Не так уж и больно. Витрина с пончиками. Собственно, Дон Шантри. Немедленно верни владельцу. Прости, Кока. Это из-за меня ты провалился в дыру. Нельзя мне было идти на работу к енотам. Что за... Эй, я думал, мы друзья. Я тоже так думала. А потом ты уничтожил мой город. Да что ж такое, не понимаю. Я старался помочь, когда ты попросила. Даже купил для тебя улучшение катапульты. Хотя это была пустая трата баллов. Ты сказал, что катапульта можно будет выбросить всех из дыры. Но мы все еще здесь, в дыре. О, курочки. Вот не пустая трата баллов. Поцелуй порцию в лобик. Ты ее обидел. Кудах. Не хочу. Целуй. Кудах. Нет. Это меньше, что ты можешь сделать. После того, как украл все яйца. Не крал я никаких яиц. Они провалились сквозь землю. Кудах? Ты просто рассказываешь желейку. Дело на ферме шли туго. Чтобы свести концы с концами, пришлось продать петуха рекордсмена. Порция была так расстроена. Куриный домик. О, енот. Так. Ты зачем отвез пончик Кока? Потому что он заказал. Лол, а что такого? ВК, уже слишком, слишком. Ты должен купить улучшение для катапульты и все исправить. Монать звуки. Кажется, я сделал что-то не так. Но я же коплю на квадрокоптер. Покупай, ты обещал. Окей, окей. Все, сделаю. Но будешь мне должна. Пока. Так, куплено. Ага, у меня есть. Энергетические напитки. Еда и напитки. Кресло, мешок, мебель. А, это уже куплено. Поставка для планшета. Аксессуар. Катапульта. Улучшение дыры. Билет в енотову запруду. Пропуск в парк. Супертехнология. Ну и давайте напиток купим. Левая кнопка мыши, чтобы применить катапульту. Вон оно что. Теперь у нас здесь даже такое пошло.
Это, знаете, игра «Волк слови яйца». Ага, я мог все жрать. Че он так ногами махает? Сарай небольшой, а ведь мог бы со временем дорасти до настоящего хлева. Памятник курицы, я не склоняюсь перед какой-то цыпой, никогда. Папкой и с зажимом. Взяв эту в руки, можно сделать вид, проникнуть куда угодно. Ящичек маленький. Без таких ящиков не было бы видеоигр. Яйцо. Однажды яйца спасли мне жизнь. Это реальная история. Мука. Песок за большие деньги. Тюк сена. Фермерские приколы. Смысла ноль. Кондитерский мешок. Для пончика с его хорошей стороны. Лестница. Пройти под лестницей не только плохая примета, но и неприятная самая лестница. Апельсин. Прежде чем лакомство кожуры, лучше выбросить все внутренности. Фермерский грузовик. В любой грузовик помещается свинья, но только не в этот. Енотов скутер. Этот зверь разгоняется до 60 за 60 секунд. Рабочая лопата. Старый добрый способ создать дыры. Силосная башня. Если удастся забраться в такую, ты богат. Клубника. Интересно, как выйдет новая модель? Причем здесь новая модель? Арбуз. Если съесть косточки, можно тоже стать арбузом. Логично. Ты даже не пытался помочь, ВК. Пытался, но катапульта не такая простая штука. Думаю, дыра полезна только для разрушения. Видимо, для того ее и разработали. Разработали? Не смотри на меня так. Не я ее разрабатывал. Но ты пользовался. Ну, а чё еще? А чем еще пользоваться? Ты не знаю. Настоящими пончиками? А настоящие пончики могут либо спасти бедного медоведа от неизбежного. Спасти? Да ты меня унизил. Тебя чуть пчелы не сожрали. Я герой. Ты заказал пончик в лес? Угу. По-моему, очень подозрительно, что ты согласился вести пончик через... Черт знает куда, в самую чащу. Чуть пчелы не сожрали? Послушайте, это... Ну... Работа ведь непростая. Бывает, пчелы набрасываются. Ханейн National Forest. Лес медовичок. Ну давайте собирать мед. Готово. Так, ну, в принципе, тень есть, поэтому можно и ловить. Так, немного дырей нужно подрасти.
Готово. Здоровое левуха у нас теперь. Короче, жаба у нас еще маленькая. Надо жаба покрупнее. Вот, вот эта жаба, жабка у нас уже здоровая просто. Не понял. А, все. Оп. А дерево мы не будем шарать? Окей, тогда. Пчела. Пчелы липнут к своей мамочке и обычно легко выбешиваются. Лесной сарайчик. Если ночевать в сарае, никто не украдет инструмент. Пчелиное гнездо. Большие фрукты, вокруг которые любят кружить пчелы. Медовые соты. Пчелы. Мастерица делает десерты. Улей. Тут пчелы снимают квартиру своей мамочки. Окуриватель. Лейки, от которой пчелы резко клонят в сон. Лесная лягушка. По интервалу между их кваканьем можно предсказать погоду. Правда, это редко работает. Кусочек сота. Липкий. Может обмазывать этим своим вещи, чтобы не сперли? Шишка. Шишка. Они какие-то бесполезные. Отвратительный фрукт. Телефон медоеда. Их ни одной... Эх, ни одной игры. Скутер медоведа. Бензина нет. Пень. Стул, в котором водятся жуки. Ну чё, думаю, тогда еще одну. Или давайте уже уровень добьем, типа здесь. А как же я? Меня никто даже не спросил. ФК тебе кинулся своей катапультой? Нет. Он уничтожил мой ресторан. Твой ресторан, отстой. Ха, ясное дело, ведь он однозвездочный. Парни, смена мясо или перец, как вы можете не любить суп? Фу, хватит вам, балбесы. Что именно ВК сделал с твоим рестораном? Ну, у меня была небольшая проблема с тараканами. Я так устал и травить, что решил заказать пончик. Суп с котом. Нихера здесь тараканчики. Как я понимаю, это все будет дело долгое, да? Кетсоп. Мы будем варить суп. Мне нужно просто вот так встать, как я понимаю, да? Хуйня. Ну давай тогда по порядку. Это перец. Соль.
Окей. Соль. Не-не-не, ты не должен попасть мне в суп. О. Окей, мне повезло. О, так они сами прыгают ко мне в дыру. Не, глупые тараканы. Они просто хотят моего супа. Блум-блум-блум-блум. Хоп, хоп. И суп. О, нихера, тут можно и здание сожрать. Ну да, небоскребы. Все? Есть, получено. Новый ранг. Открыт квадрокоптер. И явится в штаб-квартиру енотов на инструктаж. Мусоропедия. Кастрюля с супом. Суп очень полезный для здоровья, вот только нужно долго сидеть в кастрюле. Барный стул. Чтобы дотянуться до еды, можно и задницу на него опустить. Сарай с железом. Ну, почему дома не делают из конфет? Суп с котом. Что тут сказать? Ненавижу. Деревянная подставка. Зачем это в хлопопедии? Да какая разница? Скатерть. В это можно завернуть остатки еды, когда пора уходить. Ресторанная свеча. Чем больше свечей, тем лучше. Для начала, скажем, 1000. Таракан. Нашли чем удивить. У меня и дома 100 штук. Тележка с приправами. Еда на шару? Ее даже не продают. Как остальные блюда. Мерное круже. Превращает еду в урок математики. Поваренная книга. О, тут есть закладка. Секретный рецепт супа 2. 2 щепотки соли, 3 щепотки перца. Ящик. Я в него не помещаюсь. Обидно. Мультиварка. Мусорный бочонок только для пищевых отходов. Кастрюлька. Иногда внутри бывает готовый завтрак. Солонка. Подсоленая еда напоминает на вкус океан. Перчинка. Перечница. Перчинка. А это можно присыпать, разве что если еда чересчур уж вкусненькая. Банка с бульоном. Суп не сам появился, его изобрели. Поваренный колпак. Повара надевают их, чтобы мыслить как шампиньоны. Птица-кулинар. Можно пользоваться птицей готовить, так. Можно птице позволить готовить, главное не давать кормить себе из клюва. Машина шеф-повара. Посигнали, если в прошлой жизни был гусем. Жилой дом. Если в квартире нельзя заводить домашних любимцев, можно попробовать летающих мышей. Летающих мышей. Ланька, давайте, я думаю, тогда на этом мы с вами закончим. На этом мы с вами закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.